Всем привет! С вами, как всегда, Максим. Сегодня я постараюсь удивить вас интересными фактами об эублюфарах. Начнем с того, что эти гекконы не ночные животные, как многие думают, а сумеречные. Они наиболее активны рано утром, на восходе солнца и вечером. Впрочем, они легко могут подстраиваться под ритм человека и будут наиболее активны тогда, когда их кормят и общаются с ними. Поверьте, поболтать и посидеть с этими зверьками захочет каждый. У эублюфаров нежно-бархатистая кожа, покрытая пупырышками. Они совсем не склизкие, а наоборот, очень приятные на ощупь. Также на эублюфаров не может быть аллергии. Подошли мы с вами к четвертому факту. Эублюфары умеют моргать, подмигивать и даже строить глазки. Мало кто может устоять перед этим завораживающим умным взглядом. И все это потому, что эублюфары имеют подвижное веко, которое отсутствует у других гекконов. Само слово эублюфар означает «имеющий веко». Эти милые создания видят мир в черно-белом цвете. Зато слух и обоняние у них развиты намного лучше. Есть мнение, что эублюфары, подобным птицам, ориентируются по магнитным полюсам. Эти ящерки живут, как правило, до 15-20 лет. Девятым пунктом я отмечу, что эублюфары действительно могут отбросить свой хвост из-за сильного испуга. И завершающий факт. Эушки очень неприхотливы в уходе. Кормишь их раз в неделю, гуляешь, когда захочешь, и просто наслаждаешься их существованием. Надеюсь, было полезно, и мне удалось удивить вас. Всем пока и до новых встреч!